17 веку европейские путешественники все же познакомились с хамамами. Особую популярность они приобрели в Англии, Лондоне, Манчестере и Лидсе. Первая турецкая баня открылась в Лондоне в 1679 году возле Ньюгейт-стрит, ныне Бат-стрит, то есть Купальная улица. Ее построили турецкие купцы. В 1759 году на набережной Брайтона шейх Дин Мухаммад, родом из мусульманской семьи, проживавший в Индии, открыл заведение «Индийские паровые ванны Магомеда». Они были похожи на турецкие бани, но клиенты помещались под фланелевым тентом и проходили сеанс индийской чампи – лечебного массажа, который делал человек, просовывавший руки через прорези во фланели. Отсюда произошло слово «шампунь». В 1882 году Джон Бернетт построил знаменитые бани Драмшью в Шотландии, Эдинбурге. Сложное устройство хамама воссоздавалось идентично, сохраняли внутреннюю планировку, купол, опирающийся на конструкцию из камня и кирпича, делали окна с геометрическими решетками и обрамлением в виде подковообразных арок. Фасад здания был украшен мавританской аркадой с геометрическими узорами из железных решеток. В книге «Знаний об остроумных механических устройствах» выдающийся инженер-механик Аль-Джазари еще в 13 веке описал роботизированную машину для омовения. Эта хитроумная машина напоминала павлина, и чтобы открыть кран, из которой текла вода для омовения, нужно было повернуть кран в виде павлиньей головы. Вода текла 8 короткими струйками, ее поступало ровно столько, сколько необходимо для малого омовения. Некоторые машины могли даже подавать полотенце. Мусульмане делали мыло, смешивая обычно оливковое масло с алькали, веществом, напоминающим соль. Согласно письменным источникам, эту смесь варили, чтобы достичь нужной консистенции, потом давали ей затвердеть и использовали в хамамах и купальнях. Аль-Кинди, арабский философ, математик и теоретик музыки, в своей книге о химии, благовонии и дистилляции описал более 100 рецептов ароматных масел, бальзамов, ароматических вод и имитаций дорогостоящих лекарств. Книга также содержит 107 методов и рецептов для создания духов и оборудования для производства парфюмерии, например, перегонного куба «Алембик», который все еще носит древнеарабское название. Мусульманские химики извлекали вытяжки из растений и цветов, делая духи и лекарства. Эти знания и технологии проникали в Европу благодаря купцам, путешественникам и крестоносцам. В «Ат-Тасфире», 30-томном труде о медицине Абуль-Касима Аз-Захрави, арабского врача и ученого из Андалусии, есть глава, целиком посвященная косметике. Он описывает уход за волосами и кожей головы, пишет о красках для волос, о лосьонах для выпрямления вьющихся и волокнистых волос. Аз-Захрави уделяет особое внимание отбеливанию зубов и укреплению десен, пишет о жидкостях для полоскания рта и спреях для носа. Автор говорит о кремах для рук и об аналоговых современных шариковых дезодорантах, скрученных и спрессованных ароматизированных палочках. Еще одно важное косметическое средство – хна, которое красит волосы и наносит сложные узоры на руки. Ею широко пользовались еще во времена пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Ученые обнаружили, что хна – антибактериальное и противогрибковое средство. Хну как дезинфицирующее средство применяют для обработки ран, швов, лечения дерматологических заболеваний и болезней костей. Аль-Каюм писал, что полоскание хной полезно при стоматите и язвах языка, щек и губ. А если пасту из хны нанести на ногти, то можно увеличить их блеск и восстановить их прежний вид после попадания инфекции.